Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Так, дорогие мои друзья, товарищи и бойцы, давайте, так сказать, перед боем 200 грамм фронтовых ебанем, чтобы у всех было все классненько. За Сталина и побежали, блядь. Давай за Сталина, ёбаный рот. За Сталина. За Сталина, ёбаный. Давай, блядь. Давай за Сталина, ребята. Гаси немца. Давай, блядь. Хуля вы замолкли, орём. Разъебём их всех. Давай, покажем немцу, где земля русская. Кстати, тихо, партизаны пришли, блядь. Давайте, русские солдаты, сегодня мы будем немножко вещать. Немножко вещать будем. Действие будет неравноправное. Вы будете отправлены в кашу. Сдавайтесь! Русские не сдаются! Рота! За Родину! За мной! Ааа, блядь! Я старый, бля, в атаку пошел, ёбаный рот! Давай! Не стреляйте, мы выходим сдаваться! Руки поднял! Не хщися! Спустился быстро! Веди его, боец, веди его! Руки подняли, немцы! Руки, выходи! Командир, выходи! Ну все, выходим! Поймал, немца. Молодец, боец! Мордой в пол! Ах ты гад! Так, без рукоприкладства пока что. Да, лежит. Сколько у вас солдат осталось? Держать, товарищ командир. Сколько солдат, говори? Я не знаю, мой друг убивать, не знаю, я не знаю. Сколько солдат у вас осталось? Говори, ногу пострелю сейчас. Я не знаю, мой друг убит. Я тебе говорю! Сколько солдат? Я не знаю, всех убивать. Перевяжите его. Давай, зови быстрее. Ой, сдавайтесь, нас не тронут, нам обещают жизнь. Наверное. Наверное, да. Сколько вас фашистские морды осталось в живых? Вы всех перебить, нас двое, больше никого нет. Ты врешь мне, нет. Врешь мне, гад. Не будешь говорить, а так будешь говорить? Сколько вас, говори. Русские свинья. Русские свинья. Сколько у вас техники было? Всех убили, много было. Тебя что, еще одну ногу прострелить? Ой. Может, если я вам ноги прострелю, вы будете поразговорчивы? Танков сколько было, техника? Где штаб находится? Пошли, Все равно вас побеждать. Пошли вон к той вышке, быстро. Оба, я сказал. Последняя просьба, мой. Давай, Фаша, говори, мощнее ирода. Сигаретку хоть закурить можно? Мою досмоляешь. Я тебя оставлю. Курите, это ваша последняя сигарета. Хорошо, что вы сдались. Убьем вас с удовольствием. Бойцы, на счет три огонь на поражение. Раз! Два! Расстрелять!
Ура, товарищи! Трехкратное! Ура! Давай! Ура! Давай! Ура! 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 Молодцы! Давайте, бойцы, в строй по две шеренги сделали. Направо! Направо! Это значит направо, это туда. Молодец! Дорогие мои друзья, в честь сегодняшнего праздника, 9 мая, я предлагаю в честь нашей победы возложить оружие на памятник и поблагодарить, так сказать, наших предков за наше счастливое детство. Да давайте же, ребята, возложим наши почести, так сказать, нашим родным и близким. Немецкий автомат положили, ну возможно. Трофейный. Готовься. Целься. Пыли. Построимся. И минуту молчания.